Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Цветочные джунгли от блондинки». Прошел долгожданный дождик, и растения просто счастливы. И я вместе с ними. Вы только посмотрите, какие шикарнейшие лилии цветут в конце июля. Ох и красавицы! А вот какие чудеса! И еще вот такая желтенькая. Вот это Роберт Свенсон. Вот какой красавчик. Изумительная совершенно лилия. Лилии цветут с конца июня. И весь июль это просто царство лилий. Розочки в этом году цветут неважно. Но вот принц Монако время от времени по цветочку у меня выбрасывает. Ему, получается, позапрошлой осенью я сажала. То есть ему второй год, но он еще маленький. Вот такие седумы у меня вырастают чудесные. Продолжают цвести эхинацея. И вот такой прекрасный платикодон, который я нечаянно в прошлом видео назвала компанулой. Но это я нечаянно. Я знаю, что это платикодон. Вот еще будут бутончики. Зацветает лиатрис. Ох, как же я его люблю. Такое чудесное растение, такое своеобразное. И вот это вот миссис фея. То есть в конце сезона лилии зацветают самые-самые невероятные красоточки. А вот и еще эхинацеи продолжают цвести. И вот такие чудесные феи. Еще одна миссис фея. Эхинацеи новые распускаются. Шахерезада во всей красе. Какая же это великолепнейшая лилия. Очень высокая, просто шикарная. Вот такие грозди роскошнейшие. И зацветает там в глубине мой старинный лилейничек, который никогда меня не подводит. Он всегда хорошо цветет. А еще зацветают колумнеи. Растения, посаженные в грунт, чувствуют себя гораздо лучше, чем те, которые растут в горшках. Оживают потихоньку стрептокарпусы. Они у меня засохли. Сансивьера вполне довольна. Генура вполне счастлива, ее нужно почеренковать, потому что она очень уж длинная у меня. И даже пропавшие бегонии отрастают. Неужели они придут в себя? Очень скромно цветут розочки у меня в этом году. Ну, хоть как-то начали цвести герани. Хоть как-то. И стелларчик вот начинает. Распускаются новые лилейники. Это тоже из моих старых, такой вот он медовый. Очень мне нравится. Цветут флоксы, которые я в прошлом году посадила. Продолжают цвести лилейнички. Ну что, после дождя растения оживают. Надеюсь, что уже не будет такой жары. И все пойдет в рост. А я всем желаю удачи и здоровья.